Процент сыктывкарцев, которые считают, что взять ипотеку выгоднее, чем снимать жилье, неуклонно снижается. Если несколько лет назад люди старались чаще покупать квартиры, то сегодня наметилась обратная тенденция. Снять порой выходит дешевле. Так, только 38% сыктывкарцев уверены, что ипотека выгоднее аренды. Об этом свидетельствуют данные сервиса по поиску работы «Суперджоб». При этом 61% риэлторов утверждают, что выгоднее платить ипотеку. И только 21% из них выступают за съем жилья. 40% граждан не смогли определиться, что выгоднее. Однако женщины чаще выступают за покупку жилья, чем мужчины. Жители регионов также чаще на стороне ипотеки, в отличие от москвичей и петербуржцев.